Сочи приехали 128 спортсменов из 27 регионов страны. Награды разыгрывают как в личном, так и в командном зачете. Уже известны первые победители. У мужчин золото завоевала команда Татарстана. В финальном матче она со счетом 3-1 одержала победу над теннисистами Оренбургской области. Среди женщин сильнейшими оказались московские теннисистки. Конечно, мы ждем определенных успехов на международной арене, но понимаем, что долгий период, связанный с недостаточным, может быть, развитием не только настольного тенниса, но и других видов спорта, прошел. И сегодня мы имеем все возможности. Этот прекрасный зал, эти условия показывают, что в том числе у настольного тенниса есть сегодня база, которую надо отрабатывать результатами. И я уверен, что мы сможем доказать в ближайшие годы, что российский настольный теннис по праву может заслужить достойное место и в европейском, и в мировом уровне. Для спорта высших достижений сегодня в России созданы все условия, отметил Александр Бабаков. К примеру, это база центра «Югспорт». Для сочицы здесь планируют до конца года открыть школу по настольному теннису. Большое количество населения активно занимается спортом, и тому, скажем так, подтверждение, вот практически на 100% использована вся инфраструктура, которая была подготовлена для проведения Олимпийских игр. У нас в городе огромное количество и хоккейных команд, у нас уже созданы свои тренировочные базы для фигуристов и по другим различным зимним видам спорта. По результатам этих соревнований будет сформирована сборная России для участия в командном чемпионате мира. Он стартует 28 февраля в Малайзии. Галина Моисеева, телекомпания ВКТ.